Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Сегодня 11 мая. Достаточно серьезно подрос курс токена BVSD. В данный момент он составляет 23 цента. На вот этом зеленом фоне цифры вы видите, что курс за последние сутки вырос на 93%. Что интересно, достаточно серьезный объем. В данный момент 593 560 долларов. То есть почти на 600 тысяч долларов совершено сделок за последние сутки. И вот если мы с вами посмотрим как раз график, то видно, что буквально еще, например, вчера, 10 мая, курс составлял примерно 10, 11, 12 центов. И как раз вот 11 мая он начал резко расти и сегодня доходил до 26, и даже вот если в какие-то моменты, по-моему, даже вот до 27 центов в отдельные моменты он доходил. И прямо сейчас проходят сделки по купле-продаже, то есть, например, вот здесь было продано 30 тысяч BVSD 30668 на общую сумму 7058 долларов по курсу 23 цента. И также было продано 21250 BVSD на общую сумму 5062. То есть, соответственно, кто-то продает, кто-то покупает, и как мы с вами посмотрели, за последние сутки уже совершено сделок почти на 600 тысяч долларов. Ну, процесс идет. В принципе, опять же, мы с вами тоже на предыдущих созвонах обсуждали, что, ну, насколько я понимаю, у них есть своя стратегия, именно так называемая дефляционная модель. То есть, когда в ходе различных операций токены сжигаются, их количество уменьшается, а спрос растет. И вот это вот уменьшение количества монет при растущем спросе, оно как раз и приводит к росту курса. Так что, возможно, мы наблюдаем как раз именно работу вот этой дефляционной модели. А может быть, это временный всплеск? Пока не очень понятно. Говорят, что появились новые игроки. Выставили на все биржи, что возможно, и говорят, что сейчас купают. Это тоже влияет. Плюс сделали спрос на пакеты там базовые, расширенные, максимальные, в BVSD. Тоже появляются новые клиенты, многих заинтересовала недвижимость за границей. Это тоже играет на увеличение. Клиенты есть. Ну что ж, тогда получается, ну, если эти все действия приводят к росту курса, это как раз хороший момент, ну, то, что повышается спрос. То есть, когда людям предлагают участие в каких-то программах, но для этого им нужно купить токены, например, оплата пакета именно в токенах, то фактически создается спрос. Человек хочет купить пакет, ему надо где-то приобрести эти токены. Ну да, еще на конгрессе будет как минимум два новых продукта, в них расчеты будут в BVSD, тоже хотя за счет этого поднять спрос, ну и так рассчитаться с вкладчиками Гермеса. Угу. А конгресс в каких числах планируется? Ой, Андрей, знаете, сначала писали, что 16-го, теперь пишут, что 13-го. В районе этих промежутков и будет конгресс, там все и будет продемонстрировано. Расскажешь, ну, ситуации, да, имеется в виду май, да, этот месяц? Да, этот месяц. Конечно, хотели, но перенесли это самое в силу причин. Угу. Ну, 13 мая это уже послезавтра, то есть, в принципе, это уже в ближайшие дни. Конгресс будет проходить где-то вживую или онлайн? Об этом, к сожалению, ничего не знаем. Я, честно говоря, сам не знаю, как они будут проводить конгресс, потому что на многих завели уголовное дело, на многих консультантов, директоров. Я не знаю, как они будут покидать территорию Российской Федерации. Так что это под вопросом. Хорошо. Ну, наверное, после конгресса какие-то новости опубликуют. Посмотрим. В общем, да, ждем конгресса. Может, все-таки с уголовным делом там тоже что-то
решится. Ну, посмотрим. Так-то то, что 5 лет-то может длиться, это просто мое субъективное мнение, потому что, ну, скажем так, я законы все-таки немножко изучаю, изучаю судебный процесс. Это мое субъективное мнение. Как будет в реальности? Ну, время покажет. Скажем так, то есть если рост курса позволит людям вывести по более выгодному курсу свои БВСД, ну, это хорошо. Потому что, естественно, у многих людей там настроение, так сказать, распрощаться там с Гермесом, вывести хоть что-то. Ну вот, получается, когда курс был, допустим, 10 центов, это получается, человек выводит только 1/10 от того, что было. Вот. И оставить. Многие решили оставить, увидели, как курс растет, решили все-таки подождать, потому что сначала около 9 миллионов было на вывод по 0,1, ну, по 10 центов. А как только увидели, что курс начал расти автоматически из-за того, что система их повышала на 1 цент, и видели резкий рост, решили снимать ордера. Ну да, то есть тут получается, ну, кому не терпится, как говорится, продать свои там фантики, токены и забыть про это все как страшный сон, он может делать сейчас. Ну а кто-то, глядя на рост курса, действительно может решить подождать, а может быть, он еще вырастет, может быть, будет там 30-50, 1:1 дорастет когда-нибудь, да, тут уже каждый сам решает. Ну, по крайней мере, рост курса практически там в 2 раза за последний, даже вчера вот какой курс был, давайте посмотрим. Вчера было 10-е, курс был, ну да, 10 центов. То есть, получается, он вот за один день вырос 2 с лишним раза. Global Star Club. Возможности безграничные.